Его рост всего 1,63 м. Даже с большой натяжкой его трудно назвать богатырем. Однако в единоборствах он большой дока. В Ульяновск с семинаром приехал мастер боевого самбо, греко-римской борьбы, боец без правил Али Багаутдинов. Главное в этой ситуации не паниковать, постараться просто вот расслабить плечи. Вот эти мышцы просто повисните на нем, ему будет тяжело вас держать. Все слышат, да, меня? Его не просто слышат, на него не просто смотрят. Каждое его слово на вес золота. Потому что семинаров под руководством мастера ММА такого высокого уровня в Ульяновске еще не проводилось. Колоссальный опыт получаешь, изучаешь для себя что-то новое. Я также для себя отметил очень множество моментов, как работать. Вот буквально только что показывал работу Али именно в партере. Не в партере, а в стойке, как переводить противника. Более 60 слушателей, среди которых представители различных единоборств. И своих секретов мастерства Али Багаутдинов секретов не делает. Досконально, дотошно. Тошно и без утайки рассказывает и показывает, как можно победить в честной и бескомпромиссной борьбе. Когда у меня есть свободное время, межсезонье перед боями, я стараюсь ездить и делиться опытом со своими молодежью, потому что я же не всю жизнь собираюсь драться. У меня тоже есть свое определенное время, когда я закончу карьеру. Будет хорошо, если ребята, с которыми я сейчас делюсь, они достигнут больших результатов. Мастер-класс Багаутдинова – первое большое мероприятие в календаре региональной федерации смешанных единоборств. Ей отроду всего 4 месяца после возрождения, а в составе бойцы 5 областных клубов. Но руководство федерации во главе с Владимиром Минеевым планирует прирастать не только количеством, но и качеством. Мы, как федерация, должны сделать все, чтобы люди, которые занимаются смешанными единоборствами, представляли из себя людей интеллектуально развитых, разносторонне развитых, достигших результатов не только в спорте, но и в жизни. 1,5 часа длился мастер-класс Багаутдинова. За это время, говорят сами участники, они почерпнули много больше, чем за десятки тренировок в своих клубах. Подобные мероприятия руководство региональной федерации ММА планирует делать регулярными. На ближайший месяц намечен семинар тренеров. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.